Шестиконечная звезда из мацы, миноры в зелени и флаги молодого, но одновременно древнего государства. В Музее изобразительного искусства открылась выставка под названием «Израиль-70». В экспозицию вошли плакаты с еврейской символикой, созданные дизайнерами из 20 стран. Каждый из творцов представил свое видение государства Израиль. Экспозиция начала путешествовать по земному шару в 2018 году. Именно в то время стране исполнилось 70 лет. И только сейчас работы доехали до Ульяновска. Московская международная биеннале графического дизайна придумала спецпроект организовать вот эту выставку. Вот эта плакатная выставка – это воплощение воображения дизайнерской мысли более 50 дизайнеров. Посольство Израиля поддержало этот проект. Уже запланированы новые этнические мероприятия. В сентябре в Ульяновске пройдут Дни израильской культуры. Кулинарные мастер-классы, концерты и выставки украсят нашу осень. В течение года пройдут много интересных мероприятий, связанных и с вопросами культуры и искусства, и связанные с фестивалями, и бизнес-сообществ соберем, и интересных людей, и поговорим на разные темы. Экспозиция «Израиль-70» будет работать до 27 февраля. Далее активисты Ульяновской еврейской общины будут готовиться к новым народным экскурсам. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Правда ТВ.